Богородице, Богородице, Матерь света, любви и добра, ты надежда моя, Богородице, и чудесных прозрений пора. Богородице, Богородице, как люблю я тебя всей душой. Ты звезда моя, ты заря моя, ты луч света в жизни земной. Пред иконою, перед лобаною, низко в пояс тебе поклонюсь. Пред владычицей и отрадою со слезами опять помолюсь. Ты прости меня, ты спаси меня, мой нелегкий час неземной. От врагов моих защити меня, огради нерушимой стеной. И о детях моих, Богородице, перед сыном твоим помолись. Ты прости всех, Богородице, и на страшном суде заступись. Господи, праздник большой для души, для сердца. Дай Бог нам всем здоровья, мира, добра, благополучия, чтоб наш храм процветал. С праздником, с большим, с благовещением всех поздравляю. Сегодня очень душа радуется за людей, да, за людей, что точно. Так много людей было. Люди, пожалуйста, ходите в храм, прихожане, приходите в храм, приходите, исповедуйтесь. Я не священник, но я как прихожанка, идущая только к Богу, только идущая. Я прошу всех, всех прийти в храм, исповедаться, молиться Богу, любить друг друга, любить, уважать, ценить родителей. Я так грешна, я так грешна. И меня просто Господь призвал, меня просто вот как толчок какой-то. И я благодарна, что я пришла к Богу. Я благодарна нашему батюшке Александру, благодарна матушке Валентине. Я всем благодарна. Я всем людям благодарна. Спасибо Богу. Кто выпускал батюшка? Голубей! Белых! Один мальчик, один девочка. А куда батюшка выпускал голуби? В небо. В небо. Вы были на службе сегодня? Да! Мы были сегодня на литургии, служили. Мы там воду нас прискал батюшка. Меня зовут Васюкальна. На литургии мы стоим, поем. Мы еще запускали два голубя. Хорошо. И да, сегодня можно рыбу кушать. Хорошо. Сегодня праздник. Я праздник Благовещения Святой Богородице. Всех поздравляю с праздником. Куда мы сейчас идем? Воскресную школу репетировать Пасху. Репетировать Пасху. Куда мы сейчас? Какой скоро будет большой праздник? Пасха! И что мы сейчас идем? Репетировать! Стихи, сценку. И мы будем их рассказывать. Куда мы едем 16 апреля? Там будет Дмитрий, владыка. Хорошо. Где он живет, мы там будем. Да, будем смотреть. Хотите ехать в Тобольск? Да! Мы скоро едем в Олеску на Тобольск. Все, нравится воскресная школа здесь? Очень. Очень. Ну, расскажите, что сегодня было на воскресной школе? Мы разучивали, стихи. Нам раздавали стихи, пенки. Кого мы будем встречать? Владыку. Как нашу владыку зовут? Владыка Тихон. Да. Еще, когда мы поедем в Тобольск, мы будем рассказывать владыке стихи и потом подарки. Хорошо. Мои братья и сестры, поздравляю всех вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Желаю вам, чтобы Матерь Божия хранила ваши семьи, крепости вам, сил, долготерпения, радости духовной, Божьей благодати. Вы знаете, у нас сегодня такая радость, столько было много людей. Я стояла на литургии, благодарила Бога за все. Вы знаете, мы в прошлом году, вот у нас второе Благовещение, в прошлом году у нас на храме стояло 10 человек. 3 человека в клиросе, 10 человек. А сегодня у нас храм был переполнен людьми. Дай Бог здоровья всем жителям Аромашева. И молодежи, и детей много.
и детей, и молодых людей, и людей столько было сегодня, что я впервые их видела в храме. И такой праздник, Благовещение Матерь Божия, пускай Матерь Божия покроет чистым своим амофором всех людей, которые пришли сегодня в храм. И дай Бог им силы, здоровья. И мы очень благодарим, что люди пришли сегодня в храм, потому что храм – это не есть стены, красивый иконостас, стены. Храм Божий – это есть наши души. Мы с вами все, те, что идут в храм Божий, это и есть храм Божий. И очень радостно, что такой праздник, батюшка голуби сегодня выпускал. Сколько народу было много. И дай Бог, чтобы наш храм возрастал. Батюшке желаю силы, здоровья, терпения, крепости. Побольше ему еще прихожан. Ну, конечно, куда уже больше. Сегодня столько было людей. Мы благодарим Бога и за то все, что Он нам дает и посылает. А людям здоровья, что они сегодня пришли. И этот храм был переполнен людьми. Год назад здесь на храме было 10 человек. А сегодня наш храм было негде было стать. Спасибо Господу. С праздником вас. Вера наших предков славны, у Боги вечном просиявши. Вера вечна, вера славна, вера наша православна. И знатны. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Славных князей родила ты и одела в свои латы. Вера вечна, вера славна.
свечи в храмах зажигает, двери вечность открывает.